Нижегородская область не останется без хлеба. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин во время проверки подготовки к посевной. Посевная кампания в регионе в настоящий момент в завершающей стадии. Уже приобретено более 70% минеральных удобрений от запланированного объема. Обеспеченность по семенам зерновых культур составляет 95%. Глава региона особо отметил, что в связи с текущей ситуацией усилен контроль и каналы обратной связи с производителями. Глава региона также подчеркнул, что серьезным подспорьем для аграриев является новая техника, которой в прошлом году было приобретено 850 единиц и дополнительного оборудования на сумму более 4 миллиардов рублей. Объем субсидий составил 686 миллионов рублей, а объем закупок благодаря господдержке стал рекордным за последние 10 лет. В прошлом году также были одобрены заявки на 282 единицы техники на сумму 1,4 миллиарда рублей. По поручению Глеба Никитина заместитель губернатора Андрей Санасян провел совещание с аграриями для оценки ситуации в отрасли совершенствования мер поддержки. Мы успели подготовиться к весенним полевым работам. Мы успели закупить и сырье, закупить и комплектующие и материалы для сельхозтехники, закупить удобрения. Поэтому наши сельхозтоваропроизводители готовы. И уже готово все оружие, уже есть запасы на складах.